побеждаем, все молодцы, когда проигрываем, значит, главный тренер счет это. Тактически ошибся. Здесь вот, я думаю, игра была напряженная, здесь тренер какие-то волшебные слова, наверное, сказал, еще какие-то вещи были. И без этого, благодаря вашим достижениям, волейбол в республике получает импульс дальнейшего развития, становится более популярным. Вы являетесь примером для всех нас, и особенно для юного поколения татарстанских спортсменов. Год был, на самом деле, много было негативных таких, не по нашей только вине, а вот такая каждая победа, каждый успех, это вот как-то вот духом мы поднимаемся после этого. И, конечно, игра Петра Рахмана. Вам большое спасибо.